Обычно рабочий день у Ольги Селезневой начинается в 5-6 часов утра, завершается глубоким вечером. Вот и сегодня в графике «Бизнес-леди» все расписано по минутам. Обязательный пункт – посещение цехов техцентра. А их немало. Отправляемся вслед за руководителем. Настолько это интересно, занимательно. И причем сейчас мы переходим на тот уровень, где мы оттачиваем свое мастерство. Вот. Каждый день мы получаем какую-то новую информацию от производителя запчастей, автокомпонентов, оборудования. Приглашаем очень часто к себе в техцентр для курсов повышения квалификации собственных сотрудников. И понимаем, что еще много ошибок, над которыми надо работать. И оттачиваем свое мастерство. С раннего детства Ольга тяготела к технике. Любимая игрушка – конструктор. Вот и сегодня она продолжает строить, но теперь уже свою компанию. На месте техцентра 16 лет назад стояла небольшая автомойка, всего 80 квадратных метров. Сегодня это динамично развивающаяся компания. Благодаря грамотному руководителю удалось совершить настоящий прорыв. Она там живет, в этой схеме, то есть системе с автомобилями, знает каждый процесс, если даже что-то не знает, изучает, интересуется, как бы, ну, хочет принять всю информацию и для себя знать, что это такое вообще. Коллектив техцентра в основном состоит из мужчин. У каждого из них Ольга Викторовна пользуется заслуженным авторитетом. Ее слово – закон. Она разбирается в любом процессе не хуже автомеханика. Может дать дельный совет и направить работу в нужное русло. Она вникает в абсолютно все процессы. Я был очень приятно удивлен, что женщина может так хорошо разбираться в очень многих вопросах и кузовного ремонта, и автосервиса, материала, оборудования. Агрегатный цех для меня является самым, ну я бы не сказала, что любым, но самым интересным и самым ответственным. Потому что все-таки здесь происходит ремонт и восстановление сложных агрегатов, таких как капитальный ремонт двигателя, ремонт идет, сложный ремонт подвески, значит, токарное изготовление различных соединений для каких-то элементов автомобиля, ремонт топливной аппаратуры. Вот, поэтому, скажем, сюда приходит автомобиль надолго, и с особой тщательностью происходит их дефектовка и восстановление. Детейлинг, шиномонтаж, слесарный и агрегатный цех. Сегодня территория техцентра занимает 6500 квадратных метров. Здесь представлены самые новейшие технологии. Работают профессионалы, лучшие в своем деле. Здесь не ремонтируют, а в буквальном смысле поднимают на ноги, дают вторую жизнь машинам. Причем делают это с большой любовью. Самое главное – это любить свое дело и любить людей, ради которых ты делаешь это. Без любви вообще нельзя подходить ни к чему. Мне кажется, ни приготовление блюда, ни пошиву платья абсолютно. Каким бы женским бизнесом бы или предпринимательством для себя девушка или женщина не решила заниматься. И найти, естественно, единомышленников. Если люди смотрят с тобой в одну сторону, значит, вам просто по пути. Когда торгово-промышленная палата Одинцовского округа объявила о проведении конкурса «Леди бизнес», Ольга не сомневалась ни минуты. Ей действительно есть что сказать и чем поделиться с другими. А пока она готовится к выступлению, и в этом ей помогают коллеги. Ведь техцентр – это одна большая и дружная семья. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».